наверное, Вадим, потому что как минимум он Вадим. Давай! Заканчивается время. И... спасибо, шумим. Ну что, кто одной ногой в финале уже? Они вдвоем, в принципе, одной ногой в финале. Но сейчас мы узнаем, кто же будет второй ногой в финале. 3, 2, 1. Пока что еще у всех по одной ноге в финале. Давайте, еще нам нужен один раунд. Влад, слово за тобой. О-оу. Вадим. 0-0-7, к сожалению, чуть-чуть не хватило.